Добро пожаловать в Ростелеком Solar. Меня зовут Юра Губанов, я работаю в департаменте InRights и занимаюсь развитием нашего бизнеса и продукта. Мы помогаем делать удобными, безопасными и прозрачными процессы управления доступом у наших клиентов. Однако главной ценностью я считаю нашу классную профессиональную команду, которая помогает мне решать трудные задачи, развиваться и достигать новых вершин. Мне нравится, что у нас в команде нет ненужных ограничений. А рабочий процесс построен так, что я могу работать там, где мне удобно. Дома, с котом на коленках или в офисе. Я знаю, что могу проснуться попозже, не тратить время на дорогу. А вечером, закончив дела, сразу пойти кататься на велосипеде, заняться спортом в зале у дома, почитать книгу. Или наоборот, поехать в офис, где всегда есть удобное место для работы. В общем, построить свой распорядок дня так, как мне удобно, соблюдая баланс работы и личной жизни. Solar InRights – это современный высокотехнологичный продукт. Он развивается с 2014 года и решает одну из важнейших задач информационной безопасности – обеспечение процессов доступа к информационным ресурсам организации. Наши решения управляют доступом крупнейших коммерческих и государственных организаций. В цифровую эпоху спрос на такие решения будет только расти. Кстати, это Николай Крылов, лидер команды разработки. Привет! Для меня всегда важна актуальность технологического стека в компании. Мы в InRights разрабатываем модульное Spring-based приложение с использованием последних Java и Kotlin технологий. Развиваем реактивный подход, основанный на функционально ориентированной архитектуре. Для нашей платформы мы всегда стремимся обновлять используемые подходы и фреймворки. У нас есть корпоративный спорт, а гибкий график работы позволяет мне выбирать удобное для моих тренировок время. Кроме того, у нас есть богатая электронная библиотека, корпоративный университет и даже скидки на шопинг. А еще у нас есть волейбол. У нас трудятся специалисты из всех сфер создания продукта, от бизнес-анализа до технической поддержки. Это и архитекторы, и разработчики, инженеры, и многие другие. Если ты хочешь стать частью нашей команды, присылай нам свое резюме.